А сейчас я хочу вам показать очень простой, но очень вкусный и очень такой красочный, интересный салат, который готовят очень часто турки к любому ужину, либо к обеду. Что нам нужно будет? Морлягана, то есть вот капуста бордовая такая, я не знаю, как она называется по-русски. Девочки, напишите, пожалуйста, либо потом я поищу. Обычно белокочанная капуста. Также вот такой салат. Марул. Морковка. На крупную терку ее будем натирать. А все остальное просто сейчас ножиком нашинкуем. Начнем, например, вот с этой капусты. Итак, тоже в зависимости от того, сколько вам надо. Слишком мелкими нет, но тоненькими желательно. Нашинковали. Вот так. Дальше белокочанную капусту. Тоже стараемся такими тоненькими. Итак, это то, что у вас должно получиться. Просто нашинковали мелко белокочанную капусту, фиолетовую капусту, красную капусту. Ребят, как она по-русски звучит? Салат, либо марул. И морковку на крупной терке. Сейчас это все можно смешать либо в такой тарелке. Я буду это делать побольше. Вот так. Просто берем, смешиваем все аккуратно. Вот таким образом. Этот салат мы часто готовим. Он реально полезный. Если вот, например, салат у вас очень длинный, можно его даже руками порвать немножко, чтобы удобнее было брать потом вилкой. Вот так. Все помешали. Сейчас берем снова, возвращаем эту тарелку. Либо это может быть чистая другая тарелка, в которой вы будете уже делать сервис. Вот так. Выкладываем салат. Можно добавить. Вот посмотрите, какая красота получилась. По-моему, просто потрясающе. Очень все просто. Обычно вот это, эти продукты, эти овощи всегда есть дома. Сейчас что нам нужно? Еще лимончик. Берем лимон. Немножечко сбрызгиваем лимоном. И если хотите, можно полить оливковым маслом. Можно же без него. Солим уже буквально в самом конце, когда подаем на стол, потому что если мы сейчас посолим, то зелень начинает как-то немножко увядать. Поэтому, если хотите сохранить свежий вид этому салату, то оставьте пока без соли. И опять-таки можно полить подсолнечным, либо оливковым, либо любым растительным маслом, которое вы употребляете. Все, на этом все. Такой простой и очень вкусный и полезный салат готов. Если же вам понравилось, то, пожалуйста, делитесь этим рецептом в своих соцсетях со своими друзьями. Ставьте плюсы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всего хорошего, будьте счастливы. Пока-пока.